Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Вы пишете про любовную зависимость. Вот, говорите о том, что вы понимаете, вот, что человек вам не по душе. Вот. Что куча в нем недостатков есть. Но при этом все равно, получается, к нему тяготеете, думаете о нем. И вот, что интересно, свою привязанность к нему вы никак не называете. То есть, вы не говорите, откуда ревность, откуда бессилие, из чего они. Ведь они из какой-то вашей потребности. Я думаю, что связано это отчасти с тем, что вы убирались в близости, вы надеялись себя хотели себя защитить вы, вот. Ну, а когда, в общем-то, все случилось, близость, я имею в виду, когда случилось, вот, то вы это, ну, называете, наверное, открылись. То есть вы ему открылись. Вы говорите, что держите за его слова, которые он вам давал. Я думаю, что это еще один момент, связанный с тем, чего вам хочется, как-то себя почувствовать, как-то себя ощутить. Вы на что-то надеетесь. Вы надеетесь на получение некого состояния. Вы говорите, что дружили, что общались, вот. Что вам этого не хватает, общения с ним, вот. Но почему-то с другими людьми общение, судя по всему, не доводите, идеализируете человека. Лично я допускаю, что надеетесь вы его перевоспитать. Надеетесь вы доказать ему, что, ну, к женщинам, к вам можно и нужно относиться по-другому, иначе. Вот, вы говорите о том, что чуть не увлеклись другим мужчиной. Вот, и видите разницу между ними, ну, разницу в отношении к женщинам, и вот, на мой взгляд, да, вот, то, что вы, как бы, пытаетесь, значит, поменять его отношение к женщинам, и к вам, в частности, вот, и удерживает, в том числе, вас. Ну, просто подумайте, вот он сейчас к вам вернется, да, будет относиться к вам иначе, по-другому, хорошо, так, как вы хотите, вот. Он же быстро вам надоест, скорее всего, да, вы увлечетесь другим мужчиной, и совершенно не случайно вы это сделаете, потому что он-то вас будет ценить, но вы же к нему чувствуете только потребность, у вас нет к нему избытка какого сейчас. То есть, ну, не хочется о нем заботиться и так далее.
Вот вы говорите, что ненавидите его, да, за то, что из-за него, значит, упустили свой шанс с мужчиной. Другим. Вот. Это тоже вас к нему привязывает. Потому что, ну, если не с ним, то ни с кем. Вы боитесь, что никто вас больше не полюбит, да, и ни с кем отношений у вас не будет. Вообще, вот эта вот тема отношений, тема женственности, вот, тема гендера в отношениях и тема ваших потребностей, она очень важна для исследования, помимо обиды, злости на мужчину, который вам нужно прожить. Вот. То есть необходимо вот это все поисследовать. Хорошо. Дальше. Я думаю, что мужчина в какой-то степени отражает вашу зажатость, скованность, самоограничение, которое вы себе устанавливаете. Мужчина же, наоборот, такой свободный, да, безответственный, позволяет себе какие-то вещи. Вот. Не обязательно привязывать это к форме. Вот. То есть это не означает, что вы хотите быть такой же, как он. Но вот в сути своей, в семантике, я думаю, что вам нравится идея свободы, идея какой-то такой раскованности, да, и вот это тоже очень важно поисследовать и помочь вам, может быть, немножечко по-свободнее себя чувствовать. Вот. Мне показалось, что тот факт, что он ушел от вас, вас задевает. Как-то принижает вас. Может быть, ваше достоинство, вашу самооценку. Вот. То, что вы ревность испытываете, это вот оно тоже. Это очень важно увидеть, как именно. Потому что если это стало возможным, значит, до того, как вы вступили в отношения, у вас уже были какие-то основания, были какие-то предпосылки для того, чтобы чувствовать сейчас то, что вы чувствуете. Вот. Ну, я думаю, что ключевым моментом здесь является исключительность, эксклюзивность человека, да? То есть мне кажется, что вы довольно нелегко выходите на сближение с людьми. Мне кажется, что вы тяжело сближаетесь, мне кажется, что вы тяжело подпускаете к себе людей. Вот. А этот человек, он, по сути, для вас самый близкий. Вот идея в том, чтобы он просто потерял свою эксклюзивность. Вот. А для этого вам нужно замечать в себе интерес к своей жизни и к жизни других. Вот. Людей. Все это может сделать психолог. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.